Добрый день. Ни в коем случае не агитирую за кухню Итара, а просто делаю у них обзорчик, потому что у меня там шаблон настроен, я там продолжаю совершать сделки и в ближайшее время там будет хороший плюс, и опять же никого ни в коем случае не призываю меня копировать, просто, так сказать, даже потому что там и запрещено, собственно, меня копирование. Есть, где меня можно копировать у совершенно нормального брокера, где платят дивиденды, где все сделки выводятся на биржу, где достаточно просто открыть счет, поставить кнопочку, галочку, подписать документы, уже через день получать сделки профессионалов на своем счету. Просто вспомните: апрель доллар 50 газ, июль доллар 50 газ, да, конец июня мы с вами встречаемся, делал обзор. И говорю, настолько все вещи банальные, очевидные, смешные, и система шаблона настолько четко здесь в газе работает, что просто говорю, в следующий раз мы с вами встретимся, когда газ прибавит ровно 50%, то есть доллар 50 превратится в 2,25, и вот сегодня 2,25. Не то, что мне интересен просто газ, и может быть он кому-то интересен, а другим каким-то участникам, так сказать, этой великой индустрии, да, электронных торгов. Просто обещал, вот сейчас вечер, решил сделать обзор, показать как сигнал по газу, почему он был настолько примитивно интересный, почему, как я и сказал, что не наступит осень, а осень, как вы знаете, холодает в квартирах, и газ нужен. А уж тем более, когда изоляция, все сидят дома, в любом случае, воду греют, а не газом, как говорится, и газ все равно дорожает, и будет дорожать. И все это объяснял, делал широкие ролики. Здесь просто короткий ролик, технический анализ. Доллар 50, обещали 2,25 до осени. Встретились, все. 2,25 до осени видим, что было. На таймфрейме день был сильный сигнал, сигнал, потом продолжение тенденции. И потом в этой точке самый занимательный сигнал, это когда с маленькой глубины зеленеет и продолжается сигнал продолжения тенденции. Хорошими ступеньками, с удвоенной силой, то есть отсюда мы уже полетели, это уже был классический сигнал. Сразу зайду на недельки, покажу вам, что на недельках. На недельках, как мы видим, сигнал продолжения тенденции еще даже не начался. У нас был, так сказать, достаточно сильный парад планет с плоским дивером, и мы уже прошли 50% роста, уже прошли, и еще по неделькам даже не вышли в положительную зону. Поэтому где будет газ, вы уже только сами предполагаете. Что у нас на 4 часах? На 4 часах мы начинаем попытки с переменным успехом без чистого рисунка по цвету. То есть тут зеленые полосочки вклинились, тут они вклинились, здесь вклинились, да. Мы пытаемся уже ловить, останавливать газ. Как видите, на таймфрейме час это вообще делается безуспешно. Тут уже тройная, двойная сломанная дивергенция ничего не останавливает. Маленькая какая-то незаметная, вообще смешная, даже по-другому назвать нельзя, на часе происходит какая-то чуть коррекция, то тут же маленький глубиной подхватывается, идет дальше. То есть зона проторговочки у нас уже наверху. Ловить на каких-то несерьезных таймфреймах, да, какие-то мелкашечные развороты, это я вам не советую. И вообще, в принципе, особо увлекаться этим не советую. Итак, у нас газ, первые 50% пути пройдены, никаких предпосылок пока к сильному сигналу нет, тем более, да, когда будет снова навниз такой же сигнал по парад планет, как здесь, при там цене, допустим, 5, да, мы увидим, вот он как выглядит, да, запоминайте. Также мы знаем, как выглядит сигнал, когда точно дно, да, и существует какой-то отскок. Потом бессигнальная тема, потом хороший средний классический сигнал, но нужно просто эти сигналы еще смотреть, каким уровнем они относятся. Да? То есть, если здесь такой смешной уровень, что мы понимаем, что газ он нужен, он стоит, его жгут, что доллар 50 его никто не будет абсолютно вам продавать. То есть, да, ну и сейчас-то цена тоже для газовиков не особо-то прям и шикарная, но по крайней мере 50% пройденные спекулянты могут и фиксировать, так сказать, свою прибыль, потому что за 2 месяца в долларах получить 50% это нормально. Ну, нужно просто было в свое время, как говорится, меня послушать. Потому что, ну, это просто очевидные, да, вещи. По каким-то дальше, по уровням, по прочим,
сидите, ждите сильных сигналов и мыслите, что газ будет сжимать, газ будут развозить, и там, где его будут, грубо говоря, разжимать, а здесь за 3 месяца его нормально по этой цене разжимали, там он будет стоить дорого. А раз он там будет стоить дорого, то мы увидим еще какие-то значительные движения, изменения. Сейчас, ну, можно пристально смотреть за таймфреймом, мне кажется, только 4 часа, да, и смотреть, как появятся первые покраснения на таймфрейме день, потому что таймфрейм день то уже к средней высота приблизилась, но и мы должны понимать, чтобы здесь покраснело, здесь должно быть больше красных линий значительно, да, и зеленые особо не должны вклиниваться, то есть все должно краснеть, краснеть, уходить вниз, уходить в отрицательную зону, начинаться коррекция, тогда здесь будет краснеть, да. Если здесь на дивергенции еще будет, то есть уровень ниже с переменой цвета, а мы увидим новый максимум, то это будет означать, что вот-вот может быть и какая-то коррекция, большая или небольшая, в газе случится. Итак, что я могу сказать? Сказал, сделал, получите, распишитесь, 50% в газе. Всего доброго, спасибо за внимание.